Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой Евгений, спасибо большое. Ребятки, слушаем трек. Сложнее всего сказать «прости», «пока», «прощай». Сложнее сделать, а не обещать. Проще было бы отпустить, чтобы начать сначала с чистого листа, с той самой, кое еще не успел соврать. Время, чтобы ты жил, будет потрачено не так. Прости меня, прощай. Живее всех живых с неукротимою печалью я. Только не умирай. С песнями в лето и в зиму я обещаю, однажды мы станем сильными. Все, что у меня есть, либо наше. Да, ребята, как классно, да? Мазилов, как красиво, ребят, да? Какой текст, да, вот осмысленный. Вот человек, который вот думает, да, рассказывает. Вот действительно думающий текст, цельный, да, ребят? Цельный текст. Молодец. Мне очень нравится. Ты либо прожит, а может быть, это плата, чтобы стать счастливыми. Я все пытался, не стало. Либо я еще не успел, либо уже опоздал бы. Тысячу шансов представилось, и не знаю, правильный ли путь был выбран. И до сих пор не знаю, правильный ли путь тогда был выбранный мной. И пусть осенний листопад нагонит грусть да посильнее. Знаешь, невелика беда. Ну, ребятки, ну шикарно, ребят, как красиво припев звучит, да, как красиво ноты он берет, какой текст великолепный, музыка, ну умница, голос красивый, ребят. Нас ничего в жизни не научит никогда, даже сколько ты не проси. Она хотела бы знать, как лучше, но сама не знает, у кого спросить. Из тебя человек получится, так и так ни к чему эти старания. Где-то под 100 000, почему и за что так со мной вопрос? Где тебя спросят, так зачем ты продолжаешь? Вот это вот все. Я обещал себе однажды, 10 лет назад, наивно, без приказ. Только раз я от реальности бегал, боясь, что примут не так, что хотя бы абстракции я поклялся не... Какой талантливый Мазилов, какой мальчик. Вот знаете, ребят, вот хочу ему сказать вот спасибо вот за такой текст, ребят. Спасибо большое, Евгений, что дал нам возможность послушать такой трек. Сдаться, но кому не нравлюсь, я знаю, переболит, пройдет. Я обещаю, однажды мы станем сильными. Тысячу шансов представилось, и не знаю, правильный ли путь был выбран. И до сих пор не знаю, правильный ли путь тогда был выбранный мной. И пусть осенний листопад нагонит грусть да посильнее. Знаешь, невелика беда. Респект. Шикарный трек. Шикарный текст. Текст, ребята, великолепный. Есть над чем подумать, ребят. Человек рассказывает свои мысли, о чем думает, какие у него проблемы есть, да? Просто вот показывает, рассказывает о себе, да, ребят?
Молодец. И какая музыка классная, ребят. И как он красиво поет припев. Какой у него голос такой. Действительно, голосистый голос, ребят. Он красиво своим голосом владеет, ребят. Он и читает классно. Он и классно поет. И музыка шикарная, ребят. С удовольствием слушал, друзья. У Мазилова период философии. Он рассуждает о жизни. Он молодой человек, но у него большой опыт в жизни. Он блогер. Он общается с людьми. Он много энергии отдает своим подписчикам. И много энергии получает от них. Я думаю, он умеет любить. И его любили по-настоящему. Может, у него была когда-то безответная любовь. Вот почему такой трек? Трек грустноватый, ребят, немножко. Называется «Осенний листопад». Ну, красиво ты сделал, Мазилов. Молодец. Не всегда же должны быть такие треки быстрые, да. А должны быть иногда и лирические такие, нежные, да. Молодец. Спасибо большое. Мне очень понравилось все, и музыка, и текст, и просто отношение к твоему треку. Ты красиво рассказала историю. Спасибо огромное. Пока, друзья.